Госдуме предложили направить силы России на освобождение Германии от американских военных. С такой инициативой выступил депутат Евгений Федоров. Он предложил изгнать из страны армию Соединенных Штатов, проведя деоккупацию. Таким образом, Россия получит нового союзника, считает политик. Федоров добавил, население Германии осознает отсутствие полноценного суверенитета. По его словам, немецкое общество ненавидит оккупантов, однако сейчас зависит от приказов Вашингтона.